По-другому нехорошо и неплохо, но определенно не так, как раньше. Найди шляпника, Алиса. Он знает об этом больше. Но разве ему известна разница между хорошим и плохим? Ой-ой-ой-ой! Мы снова друзья, Алиса? Ты все такая же случайно смертоносная и совсем запутавшаяся, как и раньше. Привет, друзья, меня зовут Александр, это канал Muzzle of Play. Мы продолжаем играть в игру Alice Madness Returns. Соответственно, мы остановились именно на этом месте. Так, тихо. Это просто горка. Хорошо, ничего страшного, Алиса. Нравится мне этот взгляд. С такими девочками лучше не шутить. Да, Алиса? Что здесь? Чайнутый. Да ну, кого ты хочешь испугать, а? Ах ты маленький гад! Ах ты маленький плешивый уродец! Ну-ка не смей трогать меня своей ложкой! И вилкой тоже! Ну-ка, ах ты, на кого-то замахнулся! Ну-ка, сдохни! Господи, да здесь весь чайный сервис собрался. Алиса может уклониться, но да, мы все это знаем прекрасно. Отстаньте, пожалуйста. Привет. Ну-ка, не сметь. Ну да, попробуй. Опа! Я позади. Спасибо за зубы. Я передам их фее. Уйди! Ну-ка. Так, раз, два. Пока. Ох ты, господи. И как тебе не стыдно, а? Ты запомнишь это. Ну-ка. Вы видели, как только что я тут... Опа! Меня уже там нету. Ну-ка, не сметь. Раз, и все. Ну-ка, тебе получится голову отрезать? Нет, не получилось. Так. Спасибо, грибочек. Здесь есть какие-нибудь подсказки для меня? Нет? Цветочек, привет. Не хочешь меня скушать? О, цветочек. Спасибо за зуб, цветок. Ты этого явно от меня не ожидал, да? Какой-то труп. Странно. Здесь даже можно рассмотреть, что это такое. Странно, очень странно. Не знаю, что это такое. Так, о, еще один зуб. Так, отлично. Привет. Спасибо за зубы. Да уж, не знал, что так можно сделать. Очень много цветов пропустили. Ну да ладно, ничего страшного. Так, Алиса, пойдем наверх. Так, оттуда мы пришли. Да бог с этими цветочками. Эй, давай, раз. Выходит. Давай. Что такое? Что это такое? Здесь пар идет. Мы можем на пар прыгнуть? Нет, мы не можем на пар прыгнуть. Очень странно. Потерялись, не знаете, куда идти, попробуйте использовать особое чутье там, где растут фиалки и мешалки. В режиме особого чутья будут показаны скрытые дороги и подсказки. И что это за... Нужно просто уменьшиться? Ну, видимо, да. Но не надо меня кушать, не надо. Я сама вас съем. Интересно, это съедобные цветы или нет? Итак, ладно, пойдем, будем маленькими. О, там ребенок какой-то бежит. Странно. Что это за ребенок? Алисочка, хватит икать. Ты неприлично, девочка. Так, еще одно воспоминание. Это могло произойти так, Алиса. Ты помнишь бедного мистера Кука? Погиб, не так ли? Доктор Уилсон отвергает само сгорание, но я доверяю мистеру Диккенсу. Окей. О, еще одно рыло. Привет, рыло. Привет. Немножко перца тебе принесла. Отлично. Так, что мы здесь имеем? Сервис с зубами. Но это вполне нормально для нас. Ой-ой-ой-ой-ой. Да
мелкая дрянь. Отлично. Еще чайный сервиз. Так, что здесь происходит? Труба. Я могу в нее вызвать вагонетку. О! Нехило так вызвали. Так, мы там пропустили огромный чайный сервиз и корзинку. Можно ли заходить в вагонетку, Алиса? Подожди, подожди, Алиса, мы еще не закончим. Ладно, сейчас вернемся. Владение шляпника почти такие же, какими я их помню. Внешность, и ты знаешь, это лучше всех может быть обманчивая, Алиса. Много изменилось с твоего последнего визита. Доктор Бамби говорит, что перемены — это конструктивно, что по-другому — это хорошо. По-другому — нехорошо и неплохо, но определенно не так, как раньше. Найди шляпника, Алиса. Он знает об этом больше. Но разве ему известна разница между хорошим и плохим? Ой-ой-ой-ой! Мы снова друзья, Алиса? Ты все такая же случайно смертоносная и совсем запутавшаяся, как и раньше. Я и без тебя хорошо справляюсь, Скотт. Возвращайся к себе домой. Я позову, если понадобишься. Предсказуемая опрометчивость. Вопрос не в том, если, Алиса, а в том, когда. Теперь держись и, как говорится, заткнись. Но как всегда. Хо-хо-хо-хо! Я предпочитаю решать проблему более изящным способом. Надеюсь, ничего важного не сломалось. Итак, мы, скорее всего, туда вернуться сейчас не можем. Понятно. У нас новое платьице? Или мне так кажется? Не знаю. Так, просто цепи. Окей. Вууу! Так, еще одно воспоминание. Лиззи, помнишь, как порыв пара вдруг поднял тебя юбку до самой шеи? Это было прямо перед Хэрротс. К счастью, твои панталоны были свежевыстираны. Ну да, это... Если бы там были какие-то пятна, это было бы... Это был бы конфуз. Так, что это такое? Повернуть вентиль. Давай, давай, давай! Окей. Привет. Ты что-то от меня хочешь? Ты хочешь мне что-то сказать, мой дорогой друг? Давай сделаем нашу беседу немножко острее. Давай, лови. Отлично. Отлично. Так, здесь там вроде ничего не нужно. Ну что ж, пойдем туда. Да уж. Мне очень нравится атмосфера этой игры, просто... Просто... Я уже влюбился в нее. А Алиса просто великолепна. Алисочка, давай! Он ничего не сможет тебе сделать. Ох ты! Так, спасибо, ребятушки, за зубы. За зубы. Ой. Это что за ужас? Это утки. Что это за шутки? Так, потянуть рычаг. Дальше. Только вот что-то вот здесь было, да? Алисочка, что он здесь? Раз! Еще один цветочек. Замочная скважина. Замочная скважина. Отлично. Класс. Что мы там с тобой найдем? Еще одна бутылка. А, так. И все, да? Дальше камера никуда не двигалась. Ну ладно, пойдем обратно. Подобрали бутылку. Хорошо. Что с ними делать, я, конечно, не знаю. Но ничего страшного. Друзья, если вы знаете, что за бутылки, пишите, пожалуйста, в комментариях. Просто так собираются или нет. Реально интересно. Так, кто-то жарит тут. Главное, чтобы не начали жарить меня. Куда? Давай сюда. Так. Тихо. Ну да, попробуем. Ну. Ать! А меня там нету. Ну ты мой рыцарь, с ящик доспехов. Давай! Раз и все! Так.
Что мы здесь можем найти? Пузырьки, зубы, цветочек. Ничего интересного, в принципе. В принципе, ничего интересного, да. Не, ничего не вижу. А вот тут еще один у нас пришел. Ну-ка. Получай. Еще разик. Еще. Что это за чудовище? Почему я их не помню? Просто не помню все. Кошмар. Так. Давай повернем. Видите? Алисочка, побыстрее. Видишь, у нас компания, Алиса. Ай! Ха-ха. То есть нельзя меня ударить, пока я тут вентили кручу. Это замечательно. Так. Отправляйся в освояси. Ну-ка, ложечник. Отстань. Так, идем дальше. Красота. Ой-ой-ой. Так, главное не перелететь. Отлично. Привет. Жаль с тобой познакомиться. Так, теперь сюда. Ничего не пропустили? Да вроде нет. Не знаю. Игрушка просто захватывает. Привет, мой хороший! Что-то на кружке было что-то написано. 24 или 4, непонятно. Или какой-то символ просто. Так, еще зубы. Отлично. Летим. Куда дальше? А, мы двигаемся. Шикарно. Эта платформа двигается. Так, я могу сюда долететь. Давай, Алиса. Отлично. Так, коробки какие-то. А, наверное, коробки можно разбить, да? Я там коробки пропустил. Ладно вам, ребятушки. Ну-ка, отстаньте от меня. Ай! Это... Ах! Господи, что ты будешь делать с вами со всеми? Мальчики, а вы слышали, что девочек обижать нельзя? Девочек обижать нельзя. Ну-ка, отстали от меня. Опа! Раз, два, три, четыре. Раз. Ой! Так, раунд номер два. Ну-ка, прекрати мне тут замахиваться на меня. Ребят, вам не стыдно, а? Не стыдно? Вам пришла такая милая девушка. А вы на нее с ножами. Точнее, с вилками. Ой! Что-то у нас, Алиса, с тобой не очень хорошо получается, да? Ай! Цветок! Еще один цветок. Давай подберем. Ну-ка, уйди ты со своей ложкой нафиг от меня. Не люблю я ложки. Я ем с ножа. Поэтому я такая добрая. Ну что, будем с тобой разговаривать сегодня? Опа! Здесь нет цветочка. Принес мне цветы! Ну-ка, отстань от меня! Ах ты маленький поганец! Спасибо за цветок! Спасибо. Очень мило с твоей стороны. Хорошо, мы можем идти спокойно дальше. Но, судя по музыке, сейчас кто-то захочет с нами еще поиграть, да? Давай. Раз, два, оп, и ты мертв. Интересно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как тебе не стыдно? Как тебе не стыдно? Я дама! Уйди! Ой! Так. Что-то у нас с тобой, Алиса, проблемки какие-то. Ну, реально проблемы, да, Алиса? Так, скрываемся. Ну-ка. Ну-ка. Привет! Тихо. Не надо меня пытаться ударить. Фу. Так. Господи. Чего? Я слышал хрюхрю. Где хрюхрю? Хрюхрю, ты где? Хрюхрю. Хрюхрю, ты где? Могу сюда попасть? Хрюхрю! Видала я свиней без пятачка, но пятачка без свиней не видала, да, Алиса? Кажется так. Где-то здесь хрюкает. Ой. Уйди. Ненавижу. Мерзкая тварь.
Ой, Алиса. Ой, извини, а я вижу твою попу. А где этот хрюк-хрюкалка? Где ты хрюкаешь, милый? Поросёночек! Непонятно. Да что ты будешь делать-то с ним? Поросёш, ты где? Да ну иди нафиг. Иди нафиг. Не вижу я, не вижу. Окей. Еще зубы. А нам куда с тобой, Алиса? Ну-ка, подскажи мне немножко. Ага. Я, конечно, боюсь это делать, но давай попробуем. И рыс. О! Прикольно. Там можно было стоять. Отлично. Воспоминания, Алиса, воспоминания. Алиса, мое сердце открыто. Ты никогда не найдешь его закрытым или запертым. Ему не нужен ключ. Это мило. О! Вот он. А я могу его? Наверное, могу. Отлично. Подперчили еще один. Шикарно. Спасибо за картиночку. Герцогиня, спасибо. Золотые зубы. Это хорошо. Тихо. Шикарно. А вот там еще одна платформа, тоже на ней можно было стоять, да? Мы этого не сделали, но ничего страшного, Алиса, пойдем. Смотри, и платформа как раз для нас прилетела для нас! Так, давай вот так. Нет, не смей исчезать! Не смей. Это очень грубо с твоей стороны. Так. Мне так нравится ее костюм, это просто обалденно. Собрали еще зубы. Что? Где это у нас откроют? Да. Давай. Нам сюда? Сюда? Вот сюда. Отлично. Там восп... Ну, я опять слышу хрю-хрю. Что за ужас? А там была коробка. Что в этой коробке? Давайте проверим, что просто в коробке. Они обычные или золотые? Ладно, бог с ними. Я, в принципе, не гонюсь за всеми зубами на свете. Поросёночек, где ты? Ах, вот он ты, милый. Где-то я там всё пропустил. Одно рыльце, да? Отлично. Мы можем теперь попасть наверх, а наверху бутылка. А наверху бутылка. И рыс! Два! Молодец, Алиса. Шикарно. Давай соберем эти зубы, коль что мы те пропустили. И пойдем посмотрим, что внутри замка. Ой, мерзкая дрянь. Так. Еще зубы. Еще где-то поросюшка. Свинка! Свинка, ты где? Свинка, я тебя слышу. Ты здесь? Вон она летает. Так, шикарно. А нам нужно попасть на тот берег. Давай! Это легко. Да, Алиса, это было очень легко. Но свинку нужно немножко подперчить. Отлично. И куда это нас приведет, я не знаю. Я просто не знаю. Видимо, какое-то место интересное. Так. Там лампочка горела над входом. Еще одно воспоминание. Алиса часто была одинока. Замкнутое и тоскливое дитя, я полагаю. Ее сестра, любящая и любимая, была слишком взрослой для игр с ней. Да, все именно так было. Она была слишком взрослой для игр со мной. Никто меня не любил! Ничего, я им всем отомщу. У нас есть нож, Алиса, да? Они все пожалеют об этом, все. Мы можем разрушать все эти вещи. Господи, почему я не догадался это сделать раньше? Ну, ничего страшного. Часы. Ничего интересного, понятно.
Так. Куда нам? Алиса, подскажи мне. Сюда. Что за звук? Ты кто? Ты чайник. С глазом. Чайник-циклоп. Логично. Так, я чай не хочу. Ой, пардон. Не надо меня, это самое. Куда тебе глаз нужно, да? Ой. Что теперь сделать нужно? Что с тобой? Извини, пожалуйста, я случайно, я... Извини, я... Ой! Эй! Это было очень грубо с твоей стороны, мистер Чайник. А что нужно было сделать? Я что-то не понимаю. Очень-очень грубо. Я всего лишь хотел тебя поперчить. О, вот и все. Все было очень просто, оказывается. Там подсказка. Еще один чай. Замечательно. Еще один чай. А я могу попасть туда? Тихо. Тихо, мистер Чайник, тихо. Тихо. Там кто-то еще пытается меня. Кипяточку мне подлить, да? Не надо. Я и сама могу кипяточком вас наградить. Тихо, не могу туда попасть. Отлично, я понял. Понял. Ой, опять эти пупсы. У вас там замечательная компания, я смотрю, да? Так. Тихо, не закипай, мой друг, не закипай. Все будет хорошо. Так. Ну, давай. Еще немножко перчик. Ой, господи. Привет. Надо глаза закрывать. Тихо. Не закрывайте глаза, сука. Не закрывайте. Смотрите на меня. Так, еще золотые зубы. Глаз. Сердечко, оно быстро исчезает. Но, в принципе, оно не нужно. У нас практически полная жизни. Так, ну-ка, вентиль, поворачивайся. Отлично. Так. Попасть куда-то вот сюда. Так. Тихо. Не надо меня так... Не надо меня так окружать. Не надо, ребятушки. Что ты от меня хочешь? Что тебе от меня нужно? Что вам всем от меня нужно? Всего лишь пришла в свою страну. Сказочная. Свою сказочную страну. Ну-ка, хватит тут кипеть. Ну-ка, прекращи. Опа, меня тут нету. Давай, сейчас поперчим. Отлично. Спасибо за звук. Это комната... Это комната находок. Так, все потерянные... Все потерянные вещи оказываются там. Здесь вроде ничего нету, да, Алисочка? Уу! Так. Кот. Он одержим временем. Найди его. Приведи себя в порядок, девчонка. В конце концов, шляпник должен увидеть тебя в лучшем виде. Кот. Что значит приведи себя в порядок? Что ты имеешь в виду? Что ты имеешь в виду? Что я должна сделать? Он намекает, что я плохо выгляжу? Как грубо с его стороны. Так. Окей. Вроде не исчезло. Ля-ля. Побежали дальше, Алиса. Побежали. Эта платформа как будто бы ждала меня. Я могу попасть туда? Интересно, что там происходит? Понятно. Так, что-нибудь здесь есть? Есть. Спасибо, я это все возьму. Все заберу. Так. Не нравятся мне эти струи. И куда мне? Ну, вроде только эта дверь открыта, понятно. Значит, сюда. Да? Ну, не знаю. Наверное, сюда. Бежали, Алиса.
Отлично. Еще зубы. Еще зубы. Так, и еще. Куда нам? Как ты думаешь? Подскажи мне, девочка, подскажи. Хотя ты уже, наверное, не девочка совсем, да? Да, ух ты. Ух ты. Ух ты. Раз. Это пятнашки. Два. Там. Тихо. Ай-яй. Ничего страшного, Алиса, ничего страшного. Мы с тобой любим пятнашки. У нас все получится. Оп. Шикарно. Тройка вроде практически все время стоит на месте, да? Ну, практически. Встали. Отлично, попали. А теперь нам нужно подлететь к четверочке, да, Алиса? Рис. И раз. Отлично. И мы можем взять эту бутылку. Зачем нужны бутылки, непонятно. Ладно, туда мы просто так долетим. Раз. Так, что же кот имел в виду под тем, чтобы мне нужно подготовить себя? Тихо, я могу встать, наступить на эту штуку, да? Могу. Там открылась дверь. Класс. Тихо-тихо-тихо, не закрывайся, не надо раньше. Еще один чайник. Еще одна открытая дверь. Замечательно. Давай, пойдем. Здесь можно опять скользить. Давай. Класс. Это мартовский кролик. Мартовский кролик, бомба? Нет. Алиса, бежим, 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 бежим. Он сейчас взорвется. Он по-любому взорвется, он же по-любому просто, вот просто как пить дать. Ну-ка, ну-ка уйди. Блин, что, куда? Где? Подсказки, подсказки. А, принести его сюда. Ах ты мой славный. Ты идешь со мной. Часовая бомба. Все, понятно. А я-то думал, он меня сейчас взорвет. Нет, нет, это помощь. Хорошо. Ну что ж, друзья, раз он нас не будет взрывать, на этом мы завершим этот выпуск. Огромное спасибо за внимание. Надеюсь, что вам понравилось. Пишите, пожалуйста, в комментариях, хотите ли вы увидеть дальше прохождение. Ставьте лайки. Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить прохождение по этой игре, а также другим играм. Также можно подписаться на мой твиттер. Удачи, друзья. Пока.